Всем привет, дорогие друзья, с вами Митрошник Иванович, и я хотел бы показать бета-версию 1.0.1 МТМ на МКА. Заранее говорю, на этот мод ссылки нету, ну как нету, только в DS-сервере, а DS-сервер в описании. Ну, приготовьте себе чаечек, влепите смачного лайкуса и подпишитесь на канал. А я приступаю. И вот наш красавчик. Это Нижегородский номерной 81717. В этом паке пока присутствует только один поезд, но уже разрабатывается и обычный номерной московский и питерский. Еще вскоре будет добавлен екатеринбургский и киевский номерной. Что же обновился, спросите вы? Обновили крышу. Изначально она была без вот этих фиговин. Потом я, естественно, добавил, потому что мне вот не нравится. Ой, блин, баг. Ну ладно, поправлю потом. Когда я увидел первую версию метропака Айник, ну вот именно крышу, мне вот сразу не понравилось, я вот думал, как изменить. Потом я вот идею забросил. Ну, решил присобачить в МТМ на МКА. Дальше у нас идет кабина. Она стала более 3D-шной, чем в прошлый раз. Добавили новый пульт управления, теперь он более детализированный. Мне помог с этим драйвер с текстурами, а перенес RM-пакус. Я не знаю, добавлю их каналы или нет, но вот пока не знаю. В нем изменились даже рычаги. Это тоже было раньше 2D-шным, а вот теперь 3 добавил в 3D. Мне даже нравится в каком-то степени. Салон. Что изменилось? Нифига ничего не изменилось, даже наоборот, прибавился баг. Но вскоре я это уберем, как раз уже текстуру подобрал, но забыл присобачить. Но давайте хотя бы откроем двери для этого замечательного поезда. Ну, с другой стороны открылось, но пофигу как-то, но они хотя бы открываются. У вас, скорее всего, не будут звука открытия дверей, потому что я сейчас в наушниках, и ну, как-то так. Ну, теперь давайте закроем двери. В игре звуки закрытия дверей присутствуют, но я просто в наушниках, и вы ничего не будете слышать. Так что вот, давайте присядем в поезд. Ну вот, присели, и теперь я покажу, как управлять поездом. Вот я уже прибрал свой инвентарь, и теперь приступаем. Чтобы начать трогаться, надо прописать сначала в чате команду function setting. Я не знаю перевода, так что так. Ну, мне немного подлагивает майн, так что извиняюсь заранее. Так, сеттинг. И вот сейчас, ну вот, скорым временем, вот тут будет прописана команда. Во, прописалась, теперь можем трогаться. Для этого надо сначала нейтральное положение. Вроде все. Во, все поставилось. Но вы, естественно, не услышали, потому что я в наушниках. Ну, теперь мы можем трогаться. Во, мы поехали.
Чтобы ехать с такой же скоростью, надо поставить на нейтраль, на вот это. Чтобы затормозить, вам надо вот эту красную фигню. Так, тормози. Чтобы поехать задним ходом, вам надо вот эту штучку поставить на нейтраль и поехать. И вы уже едете назад. Ну, так что вот. И теперь перехожу к концу ролика. Спасибо за просмотр, дорогие подписчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот подписка — это самое главное, потому что это будет мой стимул делать какие-то обновления для этого пака. А так я просто ленивая жопа. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Если хотите самую первую версию 1.0.0, вы можете увидеть в описании Discord сервер. Заходите, и там все указано и показано. Ну, теперь я уже во второй раз вроде прощаюсь. Всем удачи, всем пока.